С нулем очков в багаже Алтай Баскет уезжает из Тулы. Местные пушкари из Арсенала буквально расстреляли барнаульцев в двух матчах серии. Счет первого поединка 69-56, счет второго 69-47. В обоих играх барнаульцы провалили четвертые четверти. Впрочем, есть здесь и плюсы. Так, игрок Алтай Баскета Дмитрий Злобин в первом поединке набрал сразу 18 очков. Этот результат позволил вице-капитану занять восьмую строчку в недельном рейтинге лучших игроков недели в Суперлиге 2. Сейчас команда переезжает в Рязань. Там уже их ждет соперник с одноименным названием. Поединки запланированы на 20 и 21 декабря. Эти матчи станут заключительными для Алтай Баскета в уходящем году.